Всем привет, ребят. Ну что, сегодня я хочу потестировать наш новый, ну я не знаю, как сказать, бах, не бах, и питомца, и твоих имбогероев против нападения Зефира. Как вы знаете, Зефир получает обратку от Мэри и от божества по максималке. Соответственно, я хочу с Твинка напасть на свой этот основной аккаунт, где будут собраны у нас герои с отражающим вариантом, то есть огненка, и посмотреть, что же будет в итоге с бедным зефиркой, ну и возможно огненком. Сейчас многих героев потестируем. Так, какие варианты есть интересные? Так. Там что-то у меня пара кушки. Побольше отражалось. А, давайте, чтобы побольше отражалось, поставим еще дополнительно пакт. То есть интересный вариант будет у нас. Блин, 20 пактов уже. Первый герой готов. И второй герой у нас будет именно Мэри. Интересно, просто сколько же обратки будет прилетать. Мэри тоже делаем с пактом. То есть ОЗ-шка плюс пакт. Посмотрим, что будет по обраткам. Да, кто у нас там еще? Так, и тут у нас отражалка от дрога, по-моему. Ой, нет, дрога от этого нового дракоша. Остальных мы просто убираем. Мега имбу Атланта тоже убираем. Бардик. Осталось два героя. Так, ну что, поехали на второй аккаунт. Попробуем оттуда понападать, посмотреть, что в итоге получится с разными героями. Ну, в данном случае это Огник, Фрей, Зефир. Больше всего, думаю, всем интересное. Так, поехали на тестовый аккаунт. Так, отлично, перешли. Зефир у нас будет. Делаем такого даже без воодушки, сделаем просто живучего зефира. Вот такая вот у нас будет сборочка. А потом я протестирую наоборот теми героями понападаю. Здесь поставлю воодушку, посмотреть, как же и будет он сливаться в дефе. Так. Вот это, конечно, вариант такой, не максимальный, но все равно интересный. Здесь у него будет увеличенный отхил на 140%. Так, по питомцу, без разницы, по питомцу ставить, оно будет. А, кстати, делаем еще один интересный тест. Так, есть первый готов. Урника тоже в такой вот сборке. Поражей и Фрей. Ну, Фрей, я думаю, отлетать будет очень быстро. Даже возьму Фрей с пактом сделать. Такс. Поехали. И что? Смотрите на этот. Что вообще непонятно, какая-то обратка. Я вообще нифига не понял. Ну еще разок. Так, Мэри у нас включилась. Давайте пробуем Зефира. Так,
114 обратка. Ну, довольно-таки неплохо. Посмотрите, что с ним происходит. Хорош. То есть получается, что эти герои, если по сути так разобраться, будут нападать на битвы гелей, то есть именно в атаке. Вот вам что с них будет. Это при том, что стоит только два героя. Как-то странно, я не вижу. Ледышка замораживает. Странно, что огнем не бьет. Это странный прикол. Огник держится лучше, чем Зефир в разы. Я что-то просто не вижу вообще его дамага. Это не такой. Но Мэри отлетает, это пофиг, это хилит себя. Сейчас мы сделаем еще один тестик. Мне интересно посмотреть нападение. Именно отражалку. Вот у нас сейчас стоит. Давай, дамаж. Это что-то я очень напал так. Так, поехали обратно. Ну, то есть вы поняли, что в таком варианте получается Зефир вроде как бы и топовой сборки, его хватает на очень мало. То же самое будет с Фрейей, с остальными, если они будут попадать по таким героям, они просто будут отлетать. Сейчас я хочу просто посмотреть, какой дамаг у нас. Летает обратка 62 800 либо 114 200. 52 800 и 114 200. Вот так вот. По сути, у нас дамаг, который проходит сквозь броню. Хорошо. 52 800 и 114. Теперь другой вариант. Я хочу посмотреть, поставить. Мне интересно, как будет под ангелом. Будет ли ангел уменьшать или нет? Вот так. Раньше когда-то хотел это сам посмотреть. Будет ли ангел уменьшать отражаемый дамаг? Как он дает даб? И интересно еще будет потестировать, опять же, с дроком. Потом мы уберем оттуда пакты и посмотрим на реальные дома. Это 2 800 и 114 200. То есть здесь все осталось без изменений. Хорошо. С этим понятно. И теперь я хочу попробовать еще один вариант. Не, поменяем, сейчас поставим сюда другу. Что будет вот в таком случае? Для чего вы спросите, я это делаю, этот тест? Я хочу посмотреть, как выставлять сейчас деф на битву гильдий. Так, сейчас он зарядится. Хочет 14. То есть по сути он ничего не меняет. Единственное, что он изменит, это
Да. Все, с этим разобрался. Поехали обратно на первый аккаунт. Ну, то есть, как вы видите, этих два героя, если будут стоять на дефе, очень сложно будет тем, у кого есть Зефиры, там и Фрей, если они будут на них попадать. То есть тут 100% будет слив. Даже там в 30-м прорыве, даже там с топовыми прокачками. Если он будет попадать, он будет получать офигенную обратку. Так, а теперь мы сделаем вот так. Уберем. Сейчас мы сделаем тест. Вот такой вот чисто один на один. Посмотреть отражалки. Потом снимем отсюда дополнительно. Так, я вам не показал. Я перейду. В общем, я снял Мэри. С Мэри так все понятно. Сейчас попробуем именно на божество понападать и посмотреть дамаг. Как будет отражаться. Это под включенным, скорее всего, скиллом. 62. Ага. То есть 100, это получается, мы получаем отражалку. Она тоже неплохо так просела. 100, это когда включается Томис. Сейчас смотрим внимательно так, чтобы было хорошо видно. 62, только включается Дрогу, сразу 114 отражения. Увеличение есть, хорошо, с этим разобрались. То есть, по сути, усиление написано там 65%, но это по сути в два раза. 62 и 114. Ну, практически. Не так оно должно работать, реально. Не должны нули выскакивать у героя. Реально бред. Я надеюсь, они это пофиксят. Если нет, то это просто жопа. Это... С любого героя можно сделать очень крутую тему. Мега имбу. Такс. С этим я разобрался. Теперь делаем еще один вариант. Снимаем. Идем обратно на первый аккаунт. То есть надо будет сделать, я постараюсь сегодня-завтра сделать хороший у себя деф на аккаунте и потестировать относительно прокачанные герои на своем дефе. Так, теперь другой вариант, мы убираем отсюда пакт. Поставим сюда там банально. Разница, ставим СО. Все, такой вот вариант. Смотрим, что у нас поменяется без пакта. Там минус 15 было. Можно, конечно, поставить, проверить другой вариант. Поставить, какой там у нас пакт есть. Вот 20%. Дополнительно посмотреть, сколько у нас получится в таком случае. Потом вообще уберем. Ну, уже так, чтобы максимум протестировать, посмотреть. То есть сюда мы добавим к этим двоим, вот, возможно, есть смысл сейчас даже ставить и Мэри на деф, как вариант. Правда, она сливается очень быстро, но отражалка там именно для этих героев идет конкретно самое основное. То есть многие там бегают с Зефирами, с Фреями, и это немаловажно, что есть герои, которые просто тупо их ушатывают отражение. Такс,
Поехали. Тут уже 20% сейчас у нас будет. Смотрим, 36, 114, 262, 800. То есть 15%, 20% по сути пакт, ну, никак не влияет. Возможно, еще из-за того, что он пробивает, чисто броню бьет. Хотя здесь, по сути, мы убираем... Мы, типа, игнорирует броню, мы убираем еще минус 15%. Ну, возможно, на такой вариации оно не работает. Это надо будет потестировать, думаю, на Атланте посмотреть, на его именно отражалку. Там будет интереснее, но здесь, по сути, это не работает. Так, а теперь идем еще снимаем полностью. Потому что многие ставят специально, вот ребята пишут и ставят для дополнительной, вроде как бы, отражалки, но на этих героев, как видите, оно не канает. Так, поехали обратно. Сейчас мы протестируем. Да блин, давай меняйся. Блин, второе окно запускать. Сейчас мы с вами просто уберем полностью пакт. Ставим дрогу. Поставим сюда опять же. Для того, чтобы понимать, что у нас будет дальше. Так. Я, блядь, 100% больше, чем уверен, что многие не поймут, для чего делается этот тест. Но я потом вам покажу это, если вы не поймете. Так, поехали дальше. На отражалочку опять же 0, 36, 114, то есть в таком варианте никак не влияет. 114 это из-за того, что у нас стоит опенка. Хорошо, все, с этим разобрались. Идем обратно. Вы думаете, запарил, бегает туда-назад. Я просто хочу уже дотестировать окончательный вариант, чтобы знать, как собрать потом героя. Потому что это немаловажно будет на битву гильдий. Ну и на PvP локациях. Так, убираем отсюда. Нафиг убираем. Питомца. У нас остается только это. По сути, у нас должно этих вот 65% добавляться. Посмотрим, что у нас в итоге получится. Потому что с дрога, конечно, что-то у меня очень много вопросов. По поводу дрога, как он работает. Мы его пересмотрели видосы. Там реально жесть. Как по мне, такого не должно быть вообще в игре. Такс, поехали. Смотрим. 36, 114, 62. Что мы имеем в итоге? В итоге наш питомец, ну, по сути, который стоит, он, ну, никаким образом не влияет на эту отражалку. Он просто дает неуяз на 4 секунды. Хотя я не смотрел входящий дамаг по герою, я просто смотрю на отражалку именно своего зефира, но она никак не меняется. Что самое интересное.
потому что в описании питомца написано. Это где-то. Когда герой атакован, Дрога кастует щит на ближайшего героя в зоне действия. Щит отражает 65% полученного дамага на 4 секунды. Возможно, он отражает просто его в никуда. Вот, скорее всего, так. То есть на героя это никак не отображается. Это тоже немаловажно. В общем, с этим тоже понятно. Теперь поехали. Я хочу сделать... А, у меня там скина нету. Ладно. Думаю, на этом пока закончим. Пишите, кто что увидел интересного. Я просто не посмотрел по дамагу входящему по герою. Но мы это, в принципе, можем сейчас сделать. Еще сделать небольшую доборку. Для чего я это все делаю? Для того, чтобы выставить... интересный деф против топовых героев на Битвгильде, потому что я вроде все локации прошел. Так, сейчас получает 51 394. Ну и откуда-то берутся нули, я не знаю, что это за нули, что это за дамаг такой по нулям проходит. Но это тоже интересно, что это за фигня. Так, смотрим еще раз. 51 394. Ну и зефир как-то не так поседать начал. Этот дамаг по божеству 394. А сейчас мы соберем обратно же божество, поставим ему супер питомца. Я не знаю, откуда нули, честно скажу. Я вот не могу понять, вроде там ничего такого на герое нет. Но не знаю, откуда нули берутся. Чудеса просто. Так, съесть. Я уже запарился бегать. Я поставил обратно Дрогу. Sorry, ребят, я не люблю вырезать, нету времени над этим играться, вот эти вот вставки. Я обленился вообще в край с битвой замков. Надо себя заставить как-то мультиплеер запускать на двух разных аккаунтах, так будет быстрее и веселей. И будет вам понятно, какая сборка стоит. В общем, поехали, еще последний тестик. Нули. Под этим просто нули. И опять же тот же самый дамаг. Получается, что если, допустим, даже если так чисто теоретически взять герой, как-то он очень быстро начал сливаться. В общем, тут опять же непонятно. Возможно, оно как дополнительный дает еще дамаг. Надо уже дальше внедряться. Сама суть. Если стоит Дрога, по герою проходит урон 53 394, от него 65% должно отражаться, не должны быть нули, ну никак не должны быть, но вот каким образом там появляются нули, просто чудеса. И по времени слива, если посмотреть, тоже разница есть. Ну, в общем, я еще буду дальше тестить, ждите очередного видосика. Но думаю, этих два героя я буду выставлять на деф, то есть Мэри и божество, именно против огников, против Фрей, против зефиров. Я думаю, они довольно-таки неплохо зайдут и будут их сливать. Особенно тех, у которых там они собраны на домах. Там они должны отлетать просто очень быстро. Все, пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.